Вы никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Всем привет, с вами легенда российского ютуб-блогинга, именно я, Отличник Лайф. И сегодня в данном видеоролике на проекте Amazing Roleplay я решил возобновить свой автомобиль из реальной жизни, на который я делал недавно обзор. Но вопреки тому, что, к сожалению, модели моего автомобиля 2002 года Toyota Matrix нет на сервере, но при этом есть другие, более распространенные модели и более свежих годов, я решил выбрать все-таки Toyota Mark II и сделать ее точь-в-точь как в жизни вплоть до номеров. Я же покажу вам в этом видеоролике процесс тюнинга, как можно затонировать ее в хлам, покажу вам преимущества Toyota Mark II над другими машинами и как он дрифтит. Ну и, конечно же, совмещаю это все с красивыми подсъемами, интересным роликом. И также хочу отметить, что если вы еще не играете на Amazing RP Azure, советую вам взять и зарегистрироваться на этом проекте по промокоду Левонти, который у вас сейчас на экране. Он даст вам огромные преимущества на старте, и вы можете ввести его в любой момент времени в МН. Все, ребят, желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. I don't ever slow up, no I don't take I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I... Помимо этого, также хотел добавить то, что на Амазинге можно тюнинговать автомобили так, как вы захотите. Буквально вы можете сделать все: развал, клиренс, рамки на номера, какие-нибудь винилы. Ну и, конечно, затонировать ее в круг, чтобы вас абсолютно никто не видел. Помимо этого, также на рулетке вам могут выпасть аудиосистемы, неоновые RGB подсветки. И, конечно же, Stage Tuning. Самый топовый — это Stage 3. У меня его, к сожалению, не было, я сделал обычный Stage 1 через СТО, но этого вполне достаточно, скажу я вам, чтобы крутить вот такие пятаки на кольце. Здесь я заезжаю на СТО, чтобы показать вам то, как можно затюнинговать свой автомобиль. Нажимаю на кнопку «Ремонт», после чего чиню автомобиль, который необходимо произвести. Затем захожу в тюнинг, выбираю покраску, тонировку. Например, можно затонировать задние стекла и выбрать длительность тонировки и светопропускаем. Но, к сожалению, в обычном тюнинг-салоне нельзя затонировать машину в хлам, поэтому вам придется затонировать переднее и лобовое стекло до 50%, после чего поехать в нелегальный тюнинг, который я покажу на видеоролике. Также тут огромный выбор дисков, то есть вы можете подобрать диски абсолютно, которые подходят для вашего автомобиля, самые подобающие. Я выберу сейчас диски, которые подойдут для марки, и покрашу их в черный цвет. Вот такие вот диски я решил выбрать, и сейчас я их покрашу в черный цвет, чтобы они прям сливались с кузовом автомобиля, потому что мне так больше нравится. Вот получившийся результат вы видите на ролике, но это еще не все, что я хотел сделать. Вот мы плавно перемещаемся в то самое нелегальное место, а именно нелегальный тюнинг, то, где можно затонировать стекла лобовое и, соответственно, передние крайние, слева и справа. Я, к сожалению, не затюнил изначально их в тюнинг-салоне, поэтому я вам советую не допускать моих ошибок и тюнинговать сразу в обычном автосалоне эти стекла, после чего уже ехать в нелегальный тюнинг. Вот мы плавно переместились сюда обратно, лобовое можно до пятнашки затонировать, и у вас оно будет темное, как видите у меня на ролике, то есть я специально даже выехал, чтобы посмотреть. И теперь тонируем передние стекла, также до пятнашки, и машина будет бункерного типа. Вот как вы видите на ролике, то есть уже машина вид имеет. И так вы можете затюнить абсолютно любой автомобиль, который у вас будет на Амазинге, будь это какой-либо Renault Logan, либо же если вы раскошелитесь и купите здесь BMW M5 F90. Вот так уже посолиднее выглядит автомобиль, мне очень нравится.
Ну и по стандарту производим замер скорости. Скажу вам так, что едет действительно Mark 242 на Stage 1 тюнинге. Не знаю, чего было на Stage 3, конечно. Я думаю, там скорость была бы на километров 20 или 30 побольше, но этого вполне достаточно, чтобы обгонять условные Шкоды полицейские, которые будут за вами гоняться. При этом автомобиль также может и дрифтить на такой скорости абсолютно легко по трассе, и по управляемости можно привыкнуть. То есть это топ-1 автомобиль по дрифту, лично по моему какому-то списку и мнению, на Амазинге. Поэтому, если вы любите дрифт, особенно на таком прекрасном проекте, как Амазинг, то советую вам, конечно же, брать как свой первый автомобиль Mark 2. Где-то цена на него варьируется от 2 миллионов, это на Азур-сервере, либо может упасть вам Mark с рулетки, но купить его, к сожалению, вы не можете. Либо на БУ-рынке у людей, либо, соответственно, пытать свою удачу в рулетке. Ну что, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Советую вам подписаться на канал, поставить лайк и написать свой комментарий по этому поводу. Всем хорошего дня, вечера или когда вы смотрите это видео, не забывайте играть на сервере Amazing RP.